Всем здорова, друзья! С вами, как всегда, спикер, и мы продолжаем. Продолжаем сражение в Total Accurate Battle Simulator. Как-то там. И продолжим, конечно, кампанию. Мы продолжаем кампанию играть, продолжаем угорать, продолжаем побеждать. Да, я уже разобрался в этой игрушке. Очень интересно, очень познавательно. И знаешь что? Ну, мне понравилась игра. Тебе тоже понравилось, я читаю твои комментарии, да-да. А у нас, ребята, с попкорма. Называю ребят попкорн. Знаешь, так разрывается, словно попкорн. Окейшки, ребята с попкорном, ребята у нас с косами. И что можно сделать? 2600, кстати, можно купить Соника. Всего лишь один Соник. Ууу, какой мамонт. Это мамонт? Это мамонт. Забавно смотрится, очень забавно смотрится. Это у нас мамонт. Ну, окейшки. Мамонт пойдет, наверное, против всех их. А мы посмотрим, как это получится. Ну, можно сделать вот так. Ну, в принципе, есть еще денежки. Можно кинуть. Вот так. Можно. И вот так. Все, ребята, пойдем. Ребята, идемте в путешествие. Это у нас, походу, приключение мамонта. Идет. Против мамонта, конечно, у нас кто? Ну, у нас такие ребятишки. Попкорн. Обалдеть. Слушай, его нереально убить, походу. Где маг? О, подлетел один. Давай. Слушай, я думал, мамонта убьют. Ну реально, очень забавно, очень все быстро произошло. Это кто? Это что такое? Это и все, что ли? О, с косами, ребята, с косами. Косы. То есть у нас в руке косы и у нас на голове косы. Косы там, косы тсям. Что можно против них? Ну, конечно, можно мамонта поставить. Ну, понимаешь, это не то, это неинтересно, конечно. Там маги есть, кстати. Шаман, в принципе, неплохой. Да, шаманчик неплохой. Можно его использовать. А также волны неплохие. Ну, здесь всего лишь пятеро. Их пятеро. У нас тут целый мамонт. Понимаешь, о чем? Нет, не понимаешь. Можно взять вот этих ребятишек, а попробовать, знаешь, так раскидать маленько их в рассыпную, чтобы маги не использовали свою магию сразу на всех, на толпу. А можно кинуть парочку волнов. Вот так. И можно щитами, наверное, ребятишек. Или можно пехоты. Вот так пехоту. Вот так пехоты. Все, поехали. Ребята, пойдемте. А, куда-то пошли маги сразу. Налево. А, топорики. Маг у нас один. А, или нет мага? Мага у нас, кажется, нет. А, пошел сразу камушек. В нашего. Ну, камни не... Стойте. Пехота вышла. Пехота вышла и за рисом. О, косы идут. Как у нас будет убивать кос? О, на тебе косой. Да, врезался. Камень помешал. Маги пошли. А пехота прошла уже. Это вся пехота моя. Слушайте, реально все напряженка. Я волнуюсь за своих. Я очень волнуюсь за левый фланг, как у нас. Косы очень сильно бьют нас. Там зеленый, там красный какие-то. Что у нас тут происходит? Мы проходим к магам. Всего лишь два мага наши упали. Косы встали. Обалдеть. Бей его! Косы, реально косит! Косы. Беги дальше, мой хороший, беги туда. А какие-то зеленые стали. Черт возьми, магия реально напрягает. Ух! На тебе камень! Слушай, живой! Его камнем ударит, на тебе! Косы всех убивают, смотри, косы. Было 4 косы, осталось 3 косы. Это жесть. Бей его! На, косой. Все, скосили всех, что ли? Обалдеть, всех скосили моих. Да не может такого быть. Я маленько погоди. А топорики вообще никуда не годятся. Он вроде 400. Маги, пойдут маги у меня. А камни. Камни пойдут, знаешь, вперед. Потому что камни бросаются и в моих, получается. Камни пойдут вперед и пойдут, конечно, по 3. И 3 пойдет 3 мага. Шахматный порядок, ты понимаешь, о чем я. Шахматный порядок и пехота это... Ни о чем. Пехота тупо. Вообще тупо как-то пехота. Ну, можно ее сделать, знаешь, по краям вот так сделать пехоту. Вот так можно. О, здесь может тоже. Это у нас дополнительная пехота. Кстати, у нас пехота есть. У нас, оказывается, пехота есть у врага. Где-то вот тут ковыряется. Ее сейчас не видно. Она вышла вся из-за риса. А вон, вижу, кажется. Вон пехота, кажется. Он там мерцает. Кто-то там спалился. Здесь не вижу этой пехоты. Она вышла из-за риса. Ну ты понял, из пшеницы. А что у нас можно еще сделать? Да, сделать можно мамонта и все. В принципе, мне кажется.
Ну, сделаем, конечно, красиво. Сделаем побольше шаманов. А, камни, камни. Камни нужны, нет, не знаю, копейщики. Возьмем копейщика, пускай копейщики бросают из деликатом как-нибудь что-то пытаются делать. Ну и пехоту по центру можно бросить. А, можно еще сделать, вот так, одного убрать и копейщика еще одного сделать. Все, понеслась. А, хватает еще 60. О, 80, как раз. Все, понеслась. Что у нас будет сейчас? А, пехота выходит, я вижу, пехоты много выходит оттуда. Ну, в принципе, немного, но... О, пошли сразу уже маги, маги пошли. Да-да, хорошо бросили. На тебе, молотом. Шипово. Ты куда полетел? Моя пехота еще сзади идет. Видишь, еще один пехотинец выходит. Подмога. Подмога выходит. Ребята, сражайтесь до конца. У нас косы. У нас проблема с косами. Они реально косят. Ух! Что-то отлетело. Коса, что ли? Это шаман. Это шаман мой отлетел. А, побег. Побег уже с поля битвы. Это что такое? У кого камень? Камень полетел. Не долетел камень. Косы косят. А, косы, косы. Всех убили. Косы, походу, всех убили. Здесь у нас еще есть косы. Косы тут еще есть. Где мои шаманы? Бей их. Ух, да. Обалдеть. Кос. Нет. Да, на, на. С другой стороны. Застрял. Застрял. Засунул просто в отверстие. Так, мы идем на кос. Мы идем. Ух ты, что такое? Это что такое? Как ты бросил? Как ты промахнулся? Он живой, он встанет. Да, он встанет, он живой еще. Беги к магам. Вернее, беги к тем шаманам. Обалдеть. А, копеечки, копеечки реально кидают. На тебе вкаривай. Обалдеть, погоди, погоди. Последний маг остался. А, кто у нас? Маг против... О, да, это было красиво. Реально, это было красиво. Шаман красиво уничтожил мага. Словно какое-то чучело встало. Слушайте, а копейщики справились с своей задачей. Они мне понравились. С помощью них, в принципе, и победили. Как он в харю ему просто в лоб. Просто в лоб ему влепил. Красиво сделал, мне понравилось. Что будет дальше, я не знаю. Но что-то будет точно. А что, ребята, вы готовы сражаться? У нас рыцари. Ты понимаешь, у нас рыцари. А, рыцари. У меня появилось что-то новенькое. Смотри, у меня появилось что-то новенькое. Можно изучать здесь. 1200 самое дорогое. Это кто такой? Это летающий на воронах? Сзади крылья. Там вороны. В руках вороны. С тобой понятно. У нас одни рыцари. Никакой подмоги здесь я не вижу. Значит, хорошо все будет. Рыцари довольно крепкие, ребята. О, косы, 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 косы. Мне понравились. Все, что ли? Два. Две косы и все. Но это не то. Можно сделать одну косу. А, ты кто такой? Мне нужно все дело изучить. А, ты у нас попкорн. Попкорн. Окей. А ты с фивами. Этих ребят я знаю. Этих ребят я уже видел. Это у нас какие-то школьники. Не знаю, как они сражаются. Не знаю, чем они бьют. Смотрятся они не очень внушительно, но дешево стоит. Это наши маги, кстати. Маги, в принципе, неплохие. Давай-ка три мага сделаем. А, можно... Ой, а что за тележка? Погоди, что у нас за телега? 1000. Целую 1000 у нас тачка. А это что такое? Колесница, что ли? Это, походу, у нас колесница. Давай-ка глянем все. Помаленьку, по чуть-чуть. 1200. 1000. Много ставить здесь нельзя, как я понимаю. Ну всего лишь троих поставили и все, денег мало. Там у нас рыцари. Ну-ка, поехали, поехали, реально. Воу-воу-воу-воу, не так быстро. Воу-воу, чем-то бросает, тот чем бросает уже. А, камень там у нас. О, да-да-да. Прям в спину он отвлекает. Колесница отвлекает, там пехота еще сражается. Маги забрасывают, маги бросайте еще. У вас много коктейль Молотова. Бросайте еще маги. Найте в карри туда. Куда-то вниз упал. Куда-то вниз у нас. О, чувак у нас вниз упал. Окейшки. Упал вниз, маги бросают еще. Наступление идет на магов. Ребята, сражайтесь, сражайтесь. Бросайте еще, бросайте свои баночки. Баночки бросайте. Давайте бросайте позеленее, давай еще бросай. Еще бросай, не иди в атаку, бросай. Наоборот, отступай, на тебя харю. Получил свое. Хорошо, хорошо, погоди, ну тачка все понятно. Не очень тачка. Берем двух этих. Нет, погоди, не получается. Ну, давай вот так сделаем. Мне нужна пехота еще, знаешь, чтобы отвлекали. Чтоб реально отвлекали. Ну, всего уж троих. Мало ставится. Очень мало ставится. Поехали, ребятишки. Ребята, поехали. Что у нас будет сейчас? У нас есть три школьника, которые пытаются идти
А две косы. О, маги работают. О, маги. Все, ребят. О, вон шо. Они прыгают на них. Да, косой. Сейчас всех скосим. Сейчас скосим. Наши школьники отвлекают. А косы косят. Маги у нас бросает коктейль молотого. Ребята, коси, коси. Еще си коси. О, вот это да. Меч отлетел. Прям в жопу. Прям в жопу пал. Коси, коси дальше. А косы, в принципе, неплохо. Ну, маленько дуреют наши тоже. Видишь, зеленый стал. Дуреет маленько. Но косы справляются реально на изи практически. Две косы у нас осталось живьем. Во, о, смотри, туземец. Туземец уходит. Рыцарь, ты куда пошел? Рыцарь помутнелся. Не понимает, куда идти. На тебе в харю. Все, получил. Две косы осталось. Сейчас мы скосим. Ты как держишь оружие свое? Ты как держишь свое оружие? Тебе научить? Понятно, помутнение рассудка и все такое. Почему он держит косу задом наперед? Погоди, наших сбивает, нашим в жопу прилетает. Бей, бей его. Они бить не могут, они застряли у меня. Смотри, он в шее застрял. Бей его, все. Погоди. Ух, погоди, сейчас. Ох, я не могу, это реально очень смешная игрушка. Они очень забавно двигаются. Это кто такие? Это какие-то музыканты. Это музыканты. О, у нас есть лучники. У меня пока таких нет, ребят, но косы очень хорошо справляются. Но сколько здесь лучников? Очень много. Это какие-то музыканты. Музыканты крыс? Музыканты чего? Я не знаю, что за музыканты. Но, знаешь, я этих двоих точно поставлю. О, стоямба. У нас есть 1200. А, вороны. Можно посмотреть, как будут вороны драться. Может быть, даже и хорошо. И пехоту так. Поехали. Что у нас будет, я не знаю. О, полетели вороны. Смотри, вороны полетели. О, с другой стороны. Обалдеть, вороны у нас... Это что такое? Удар был. Все, сдох, что ли? Он сдох. Ворон убивает. О, вот это да. Он живой. Вороны тоже атакуют. Смотри-ка. Ворон атакует. Лучники издалека. Вороны издалека. Сейчас будет битва самая жесткая. Много лучников. Все, у наших убили. А, красиво. Слушай, сразу, походу, один выстрел. По печени все. Это что за вороны? Кверх ногами. Такие глазенки. У этой глаз нет. Обалдеть. А ты куда полетела? Обратно к своему хозяину. Окейшки, все понятно с воронами. Пехота неплохо справлялась. Мне понравилось, как работала пехота. А пойдут сейчас косы и пойдут, наверное, еще маги. Маги мне не хватает. Сейчас мы этих ребят уберем. А, одного мага. Вот так. Все, понеслась. Что у нас будет сейчас? Косы сейчас есть. Смотри, стрел сколько. На тебе, держи. На, еще держи. Промахнулся, насранец. Промахнулся. Музыканты уходят. Музыканты. О, пехоту сбивают. Где мои косы? Косы. Всех кос убили. А, маг. Все, маг сдох. Слушай, сейчас реально быстрее погибли. Все понятно с этим. А, кто мне нужен здесь? Мне нужен... Во, ребята, попкорн, понимаешь? У них много брони. Ребята нужны сейчас именно такие. Давай-ка, мы их берем. Да-да, мы их берем. Во, этих я тоже не брал. А, пехота тоже будет. Вот так, по 4 человека. А, и, конечно, двоих магов. Как раз уложились. Все, понеслась. Маги чуть ближе встать, потому что у нас не докидывают маги свои... магические баночки. Все, полетели. Ребятишки. Ох, вынесли одного уже. А маги бросают сейчас нормально. Нормально. О, идеально бросил. Много слишком лучников. Мой попкорн уже один валяется. Все, один сдох уже. А это лучники. Нужно просто подойти поближе. Поближе подойти, и все будет нормально. Ближе подходим, ребята, ближе подходим. Давайте колем их. Колем всех. А где мои маги? Маги, бросайте свою сырватку. А, бросайте свою зелень. Пытались меня даже убить. Стрел прилетел рядышком со мной. Ну, Надя в жопу. Баночкой. А музыкант еще живой. Музыкант какой-то пьяный. Пьяный музыкант, что ли, находит. Он, возможно, привлекает внимание. Или отвлекает внимание. А осталось лучники чуть-чуть. А, попкорн еще сражается. У нас есть еще вилы. Помутнение рассудка. Маги против моих тоже работают. Обалдеть. Маги, не туда бросайте. Вы не в тех бросайте. Вы не в тех бросаете. О, слушайте, стрелы. В него пали стрелы. Он упал. Обалдеть. А маги бросайте дальше.
Так, осталось буквально четверо. Тут осталось их трое. А что будет? Нет, так еще четверо. Их четверо на сторону. Четверо. Вставай, ты куда пошел? Иди сражайся. Все, покраснел, идет сражаться. Идет сражаться, походу победа будет за нами. Да-да-да, победа будет за нами. Пускай валяется. Музыкант пускай валяется. Все, идем добивать музыканта. Улу. Все, хана ему. Да бей его лежачего, бей его в задницу. Ты в кого бросаешь-то? Всех убили, короче. Ух, забавная игрушка, очень забавная, друзья. Пиши комментарии, если хочешь какие-то нереальные сражения, интересные сражения. Можно делать свои сражения. У нас есть рыцари, у нас есть катапульта. А у меня есть тачка, у меня есть тачка. Смотри, против рыцаря сейчас пойдем против тачки. Понимаешь, каждое сражение ты должен использовать своих, как в прошлое сражение. Вот эти попкорн очень помогли. Очень помогли. Эти синовавые ребятам очень помогли. А дальше у нас катапульта. Ну, в принципе, катапульта очень хорошо убивает, но издалека. Мне нужно, чтобы поближе подойти. А ребят, наверное, вот этих можно бросить еще. Против рыцарей у нас шли вот эти хорошо ребята. Также можно сделать магов. Можно сделать магов, наверное, вот здесь поближе сделать. И вот так. Главное, чтобы не делать кучу. Потому что если будет куча, для катапульты будет хорошо. А она будет бросать в кучу. И, конечно же, можно этих репетичек сделать. Отвлекающий маневр. Вот так сделаем. И 600... Ой, есть еще. Можно еще сделать одну косу вот здесь. О, идеально. 4, 2, 2 и 1. Поехали. Ребята, ехали. И сразу будем убивать рыцаря. Давай же на таран. А полетел сразу в меня. Ух ты, да. Тачка наша не справилась. Но все в куче. Все позеленели. Пехота идет, сражение идет. Косы подходят. Где моя коса вторая? Коса идет. Сражение идет. Давай, коси, коси. У, полетел меч. Зеленый меч. Обалдеть. Косим дальше, косим дальше. Мы подходим к катапульте. И что? Жестко, жестко, очень жестко. Это что за снаряд? Это какие-то полени, что ли? По идее, должны быть камни. Все, коса идет. А где здесь у нас лучник? Где наша пехота здесь? Бей, бей. Кто заправляет? А, вон чувак сидит, заправляет. Сам собой. Все, победа. В принципе, неплохо сделали. Как говорится, видишь, тачка пригодилась. Тачка задержала рыцарей. Что у нас тут-то? Что у нас тут-то? Какие-то ребятишки. Это кто такие ребята? Здесь, походу, у нас король. Это король. Ну, против короля, я даже не знаю, кого-то взять. О! Слушай, не знаю, кто эти такие ребята. Можно взять вот это, 1200. Да-да, можно взять. Где-нибудь, знаешь, подальше поставить, чтобы далеко стоял. Конечно, сделать парочку магов по краям. Конечно, сделать против рыцаря вот этих парочку. С косой и, конечно, пехоту. Вот так у нас, треугольник, пехота. Ну, пускай будет кучкой. Пускай будет кучкой. Вот так сделаем маленько, в разные стороны. Да хотя нет, знаешь, можно кучкой сделать. Там, в принципе, нету никаких катапульт, там нету лучников каких-то. Можно сделать вот так, красиво, можно сделать вот так. И что у нас? Маги по краям обязательно, чтобы не бросали в наших. Потому что бьют по нашим, это тоже у них помутнение рассудка. И, ну, конечно, тебя, ну-ка уйди. Отсюда уйди, сюда приди. И можно, в принципе, пехоту. Побольше пехот, наверное, назад. Мы сделаем уже туда. Раз, два, три, четыре. Вот так пехоту натворим. Пускай будет так. Хотя, не знаешь, пехота, в принципе, неплохая, но не то. Мне нужно больше сделать вот этих ребятишек, потому что они намного, намного побаче будут. Вот так. О, пехота готова. Все, старт, поехали, ребята. А это, походу, маги, которые помогают лечить. Что они делают? Так, у нас маги пошли уже. Там свои маги есть. Да, позеленели, все нормально, позеленели и пехота пошла, смотри, как все идеально. Где мои вороны? Вороны летят, и сейчас будет, король. Вороны кого убьют? Нужно убивать, по идее, вот этих в первую очередь. Сражение идет очень жестко, король живой, король выше всех. Сейчас он будет бросать свой меч, все, король сдох. Всех избили. И сейчас эти ребятишек, они просто поднимают здоровье, либо... О, куда пошел, добиваем. Где мои вороны еще? Обалдеть, сражение победили на 100%. Бедный рыцарь ушел, убегал. Все за ним вдогонку. Нормально, забавно.
Очень веселая игрушка, мой друг. А давай-ка уже закончим на этой серии и продолжим в следующей серии. Обязательно. Если хочешь, пиши комментарий. Да, спикер, продолжай. Мне нравится смотреть. И увидимся уже в новой серии. Всем спасибо, кто посмотрел до конца. И увидимся. До новых встреч. Всем спасибо и всем пока.